1917 году Паустовский вернулся в Москву и устроился работать корреспондентом. Этот период был не из легких. Работы было много, а денег постоянно не хватало. Организм пытался научиться обходиться без сна, а порой и без еды. Плюс к этому постоянно приходилось бывать на митингах, которых в Москве в то время было предостаточно. В третьей части «Повести о жизни», которая красноречиво называлась «Начало неведомого века», автор подробно описывает это время и рассказывает о заметных политиках, в том числе и об Александре Керенском. Главу Временного правительства он описывает следующим образом. «Это был больной человек, страдающий достоевщиной, поверивший в свое высокое назначение».